Всем привет, это канал «Разговор с Богом». Сегодня, как и обещал, буду рассказывать, как подготовиться к тому, чтобы увидеть прошлые жизни. Нам потребуется свеча. В принципе, свеча может быть любая, но сегодняшняя подготовка моей свечи – это специально привезенная из Индии свеча. Благовония, которые используются именно в Индии. Также нам потребуется, что спички, чтобы зажечь эту свечу, в принципе бы. И что еще бы? Что может помочь нам мантра. Мантра, которая поможет нам в самой медитации. Вот и все, в принципе. Это будет подготовка. Так. Для того, чтобы полностью, как бы сказать, подготовиться к настоящему переходу и увидеть то, что мы хотим увидеть в прошлой жизни, мы должны в течение полгода медитировать таким образом. Мы должны извлечь, точнее убрать будущее, то есть не думать ни вообще о будущем, никакого будущего. Не будет. Мы не должны думать то, что мы поменяем работу и все остальное. Ну, в общем-то, все, что связано с будущим, не должно касаться. Это очень сложно. Поэтому я вам говорю, но это необходимо для того, чтобы, если вы действительно хотите узнать свои прошлые жизни и сколько вы раз перерождались, или вообще перерождались когда-либо. Может быть, вы не верите в это дело. Ну, не проверив, вы не узнаете об этом. Поэтому попробуйте. Так что, и еще, мы должны не думать о прошлом. Прошлое тоже должно исчезнуть из нашей жизни. Вы станете очень грустными, потому что будущее и прошлое из вашей жизни уйдет. Вы не будете об этом помнить. Никаких мыслей не должно быть. Убирание мыслей должно быть. Таким образом мы сможем достичь полного равновесия. Вот и все, в принципе, весь ритуал того, что в течение полгода мы без будущего, без прошлого. И медитируем только на это. Я подобрал мантру ОМ. Возможно, это не самая лучшая, но может быть и лучшая мантра, которая поможет нам. А это тоже индийская, да, это не православная. Ну, таким образом мы только сможем достичь духовства, духовенства. Ну, в общем-то, что, начнем. Как я говорил, надо зажечь свечу. Сегодня, возможно, вы не увидите меня в самом видео. Свечи мне поставляют из самой Индии. Теперь мы включим саму мелодию. И в течение 5 минут вы должны представлять ту картину, можете сделать так же, как у меня сейчас руки, закрыть глаза и представлять ту картину, которую вы хотели представить. Забыть прошлое, забыть
будущее. И только быть в настоящем. Только настоящее сейчас вас тревожит. Вы должны понять это. Закрываем глаза. Дышим, как я вам говорил в прошлых роликах. Только животом, не легкими, не полной грудью. Вдыхаем воздух. Долго-долго. Выдыхаем через живот. Должен воздух опускаться не грудью, а живот. Таким образом мы чувствуем энергетику. Также выдыхаем этот воздух, благовоние, которое идет от свечи. Мы уже представляем. Кем мы были тогда? Но это будет неправильная картинка, запомните это. Потому что в течение полгода мы должны медитировать на это. А потом, в следующем видео моем я покажу основную медитацию на это дело. В течение часа мы будем заниматься этим. Может быть, меньше. Кому кто сколько сможет. Да, забыл сказать, что возможно, вам придется, чтобы достичь определенного уровня того медитации, чтобы медитировать именно на это, вам нужно достичь некоторых вещей. То есть не вещей, а чакры, открывание чакр. Об этом поговорим позже. Чакра тела – это тоже значит наши энергетики. А пока представляем, что будущего нет. Убираем все мысли. Сначала будем медитировать, что будущего нет. Его не будет никогда. Теперь переходим на прошлое. Прошлого не было, прошлого нет. Есть только сейчас. Иисус Христос жил сейчас, поэтому Он мог много достигать. Он обычный человек. Не думайте, что он сверхчеловеком был.
Он обычный человек. Он верил в Бога. Из Бог, который неизвестна еще тогда была религия. Но он верил в него. И поэтому ему дали дары. Вот музыка закончилась, а мы дальше все представляем. Что будущего нет, нет прошлого. И так мы должны в течение 5 минут минимум делать в течение полгода. Если вы хотите узнать чего-либо, в следующем видео я покажу вам. Медитация именно на это. Но не делайте эту медитацию перед тем, как подготовиться к ней, открыть чакры. Некоторые. И вот эта медитация, которую сейчас я показываю. Так что, ребята, подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои видео, и я вам расскажу про многие вещи, которые вы не знали, и научу вас жить по-другому. Пока, ребята!